Привет, с вами Владимир. И сегодня, по просьбе одной из зрительниц моего канала, я хочу приготовить корейское блюдо кукси. Кукси – это лапша с бульоном, с овощами и с мясом. Давайте посмотрим, какие продукты нам необходимы для того, чтобы приготовить кукси. Так, для начала нам необходимо приготовить салат из огурцов. Для этого необходимы огурцы, лук. Вот. Пожарить мясо с капустой, с болгарским перцем. Также приготовить блинчики яичные, отварить лапшу и приготовить бульон. Так, из специй мне необходимо соевый соус, черный перец, кориандр, соль, растительное масло немного, вот, паприка, ну и здесь укроп, чеснок. Так, сначала пожарим мясо с капустой. Нальем масло. Так, мясо у меня свиное. Вот, нарезал его соломкой. Капусту нашинковал также. Нарезаем лук. Масло у нас нагрелось. И пока жарится мясо, я начну делать салат из огурцов. Нарежем огурцы. Огурцы режу ломтиками. Не забываю помешивать мясо. Мясо у нас немного обжарилось. Добавлю лук. Все это помешаю. Маковая крышка. Огурцы мы нарезали. Сейчас их посолю. Перемешаем. Так, поставил сковородку. Залью масло. Нам необходимо обжарить лук для огурцов. Нарежу половинку лука. Так. Не забываем помешивать наше мясо. Добавлю капусту.
крышкой. Капуста пропарилась. Добавляю сухой паприки. Можно добавить острый перец. Просто у меня дети не кушают острый. И все это добавляем в наши огурцы. Так, теперь добавляем специи. Черный перец. Немного кориандр. Приблизительно 1 чайную ложку соевого соуса. Чеснок. Все это перемешаем. Ну, салат из огурцов у нас практически готов. Осталось добавить укроп немного. Теперь нарежем болгарский перец для нашего мяса с капустой. Летом, когда капуста свежая и более мягкая, вот, можно готовить свежий салат из капусты, а не жарить ее с мясом. Вот, а мясо просто пожарить с болгарским перцем. Давайте помешаем. Капуста немного осела. Болгарского перца красного. Накрою крышкой. Пусть пока все это тушится. Капуста у меня практически готова. Сейчас ее посолю. Добавлю черного перца. Кориандр. Капусту я сильно не жарю, чтобы она не превратилась в кашу. Паприки. Все это перемешаю. Потушу еще минут 3-4. Вот, а в конце добавлю соевый соус и чеснок. Так, капуста у меня уже готова. Выключаю. Добавлю немного соевого соуса. Добавлю чеснок. Укроп нарезал. Укроп добавлю. Так, укроп добавлю в наш салат из огурцов. Так, все хорошенько перемешаю.
Мясо с капустой мы приготовили. Салат из огурцов приготовили. Теперь осталось приготовить бульон для нашего фукси. Так, я взял фильтрованную воду холодную. Бульон я делаю холодным. Вот, можно есть и теплый. Вот, но я привык кушать холодным фукси. Так, возьму помидор, натру его на терке. Добавлю соевого соуса. Добавлю соль. Соль добавляйте по вкусу. Добавлю сахар. И добавлю уксус. У меня 70%. Уксус, соль, сахар добавляйте по вкусу, как вам нравится. Но я делаю кисло-сладкий бульон. Бульон я для нашего кукси приготовил. Самое сложное в кукси это сделать вкусный бульон. Вот. Бульон должен получиться кисло-сладкий и при этом должна чувствоваться соль. Вот. Точно пропорции сказать не могу, сколько я положил соли, сколько уксуса. Вот, это нужно класть на ваш вкус. Теперь приготовлю блинчики из яиц. Так, собью яйца, посолю их немного. Так, здесь я поставил уже сразу воду, чтобы отваривать нашу лапшу. Так, блинчики яичные мы пожарили, у меня получилось 4 блинчика. Вот, теперь их порежем тоненько. Теперь осталось отварить нам лапшу. Вода у меня закипела. Лапша у меня, в отличие от спагетти, плоская. Добавлю соль и потихоньку мешаю. Можно использовать просто спагетти. Главное, чтобы были тоненькие. Чем тоньше, тем лучше. Лапша моя сварилась. Вот, осталось только слить воду и немного промыть ее. Лапшу я промыл. Хорошо слил воду. Вот. Теперь у нас все готово. Салат готов. Бульон готов. Яйца пожарены. Мясо готово. Вот, пожарил еще немного кунжута. Вот. Теперь осталось только сформировать наше блюдо. Берем лапшу. Добавляем нашего бульона.
добавляю салат. Добавляем наши яйца. Мясо. И все это посыпаем кунжутом. Вот такое блюдо у нас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока!